Sony Ericsson P900i. Шикарнейший аппарат. По-моему, 2030 год. Вот у меня телефончик в состоянии нового. В идеальнейшем состоянии. Бог знает, как он так мог сохраниться за почти 20 лет. Принимает сим-карты, слышимость отличнейшая. То есть корпус здесь толстоватенький, есть где резонировать динамиком. Очень удобный набор кнопок, между прочим. Ну, единственный такой, может, для кого-то будет минусом, он весь англоязычный. Кто слаб в английском, тяжеловато будет. В остальном проблем нету. Есть вот стилус, можно стилусом управлять. Вот и есть колесико. Перемещаться по меню. И подтверждение даже есть. Нажатие. Утыкано как ежик весь боковыми кнопками. Значит, вот карты памяти. Фотоаппарат. Фотоаппарат, кнопка выключения. Инфракрасный порт. Наушники. Так, что тут сзади интересного? А, камера не берет моя телефонная. Ну, такой вот аппаратик. Изумительнейшее состояние. Будет выставляться на продажу. И мне кажется, за пару дней он уйдет.